изящные движения, грациозные па. 15-летняя Юлия Рябова, сколько себя помнит, столько и танцует. В коллектив «Макс Шоу Балет» привела мама еще в детстве. Серьезную хореографическую подготовку видно сразу. Многих очень людей, у них есть зажимы, и вот ходят как-то вот так вот или вот так вот. Это в первую очередь это осанка, это грациозность, это просто какая-то грация движений. Сразу видно тех, кто ходит на танцы в любом случае, потому что и шаг другой, и походка другая, и пластика. Здесь занимаются эстрадными танцами, а они включают в себя очень много направлений, от народных до современных. Это разнообразие стилей и жанров. Но перед тем, как поставить номер и выйти с ним на большую сцену, многочасовые занятия, репетиции. Да, труд танцора нелегкий. Мы занимаемся и растяжкой, потом, когда становимся постарше, у нас идет классика. И у нас элементы всех танцев, поэтому очень хорошо развивает. То есть мы, в принципе, универсальные танцоры, в принципе, мы можем танцевать все. Группы помладше сейчас занимаются и акробатикой, выполняют элементы этюды с легкостью. Вообще в коллективе царят теплые, даже семейные отношения. И это во многом благодаря педагогу Ларисе Малеевой, поистине опытный хореограф, воспитанию танцоров посвятила более 40 лет. Раз, два, три, четыре, стопа, пальцы, стопа. Заинтересовались? Приводите своих юных танцоров. В хореографический ансамбль «Макс Шоу Балет» принимают с самого маленького возраста, с 3 лет. Но прийти могут ребята и постарше. Группы составлены по возрастам. Набор в дружный коллектив будет 27-28 августа с 12 до 2 часов дня. И с 29 до 31 августа вечером с 5 до 7.